Здравствуйте, друзья! Светлана Дружинина призвала поклонников вспомнить о великом актере Леониде Куравлеве и поставить ему свечку за упокой души. Она вместе с ним училась во ВГИКе и хорошо его знала. Но только супруга Нина Куравлева, с которой актер прожил больше 50 лет, была настоящей его половинкой. Они познакомились, когда Нине было 13, а Леониду 16. Жизнь Куравлева разделилась на до и после, когда он похоронил свою супругу. Он не хотел быть обузой, это очень обременительно чувствовать себя таким, убеждена Светлана Дружинина. По ее словам, в последние месяцы жизни Куравлев сдался. Он не горел желанием, чтобы дети тратили время на заботу о его здоровье. Все, что он хотел, поскорее уйти к Нине. Актера похоронили на Троекуровском кладбище. За 10 лет до своей кончины он купил там землю. Хотел покоиться рядом с супругой, которая ушла из жизни в 2012 году.